的去。Еще одна подача, опасный момент. И сборная Португалии открывает счет в этом поединке. Хватается за голову Таль Бенхаим. Странный какой-то показ, камера взлетела вверх моментально на трибуны. Я даже растерялся, если честно. Давайте мы еще раз посмотрим. Да, здесь явно не успели разобраться друг с другом футболисты сборной Португалии. На самом деле забил не Пепе, который здесь яростно ликовал больше всех. Забил Рикарду Кошка. Именно от его головы мяч влетел в ворота. Но Пепе здесь бросили. Ну, Пепе и передачу делал, он не по воротам бил. 1-0 в пользу португальцев. На 27-й минуте встречи. На 85-й минуте португальцы благополучно привезли мяч в свои ворота, и ничья. Очень хороший результат для сборной России. Я не знаю, что там в концовке будет. Сейчас сборная Португалии, конечно, пойдет грызть и уничтожать команду Израиля. Руй Патрисио. Это Бен Басад забил.